За этим стареньким столом 8-летняя колумбийка Эллисон старательно рисует орнаменты, пейзажи и портреты. Все работы продаются. Девочка мечтает накопить денег на компьютер. Эллисон живет в сельской местности недалеко от Медельина. Компьютер ей нужен для того, чтобы продолжать учиться. Во время карантина уроки проходят онлайн. Идея с рисунками появилась случайно. Я писала письмо маме и стала рисовать. Посмотрев на рисунок, она сказала, что он хороший. После этого у меня появилась мысль продавать их. Многие колумбийцы поддерживают усилия девочки. У нее купили уже 80 рисунков. Думаю, это прекрасный поступок для девочки. Она решила сама изменить ситуацию, в которой ее родителям нелегко. Она подумала о том, какие ее способности могут помочь. Я ценю такое, это очень позитивно. И я тоже вношу свой вклад в то, чтобы девочка могла развивать талант. Юная художница также хочет заработать на новый дом для своей семьи.